Мои дорогие, посмотрим немножечко сегодня на витрины секонд-хенда. Немножечко поймем шведскую жизнь, какая она. Помните, да, шведы любят спокойные цвета гардероба. Но на сегодняшний день такое все яркое, красивое в витринах выставлено. Посмотрим буквально чуть-чуть. Я в торговом центре «Триангель» в шведском городе Мальма. И сейчас мы зайдем в магазин. Поснимаем буквально чуть-чуть. В секонд-хенде у нас продаются не только вещи, помните, да? Но также могут продаваться и предметы интерьера, и книги. Когда-то я купила новое яблоко стеклянное, подобно тому, что впереди стоят. Магазины у нас продолжают закрываться. Мои дорогие, ничего нового.